Кузняга не до Екатеринбурга, теперь можно добраться за 1,5 часа. Между городами открылось прямое авиасообщение. Инициатором выступила городская администрация в ответ на обращение населения о расширении географии полетов из местного аэропорта в сторону Урала. На табло Нягонского аэропорта новый рейс «Нягонь-Екатеринбург». За 4190 рублей обещают доставить в столицу Урала буквально за 1,5 часа. Полетный график по вторникам и пятницам. На первый рейс продано всего 2 билета. Но в перспективности данного направления пассажиры не сомневаются. Время удобное, и дата вылета удобная, в общем-то, и достаточно комфортно, потому что и Екатеринбург, и Тюмень, я думаю, такие перспективные направления на самом деле. Потому что поезд, и что из Нягани в Екатеринбург, что из Екатеринбурга в Нягань, идет почти полный. Последний рейс из Нягани до столицы Уральского федерального округа был в 2016 году. В 2019 благодаря сотрудничеству муниципалитета и авиакомпании «Ямал» прямое авиасообщение до Екатеринбурга появилось вновь. А вместе с ним и дополнительные рейсы на Тюмень. Ведь общая схема движения самолета – Тюмень-Нягань-Екатеринбург. Мы, как аэропорт, обращаемся к авиакомпаниям в целях удовлетворения потребностей жителей города для организации этого рейса. Авиакомпания собирает соответствующие документы и обращается в Росавиацию. Росавиация рассматривает, в этом году, скажем так, нас рассмотрели положительно. Рейсы выполняются на самолетах CIJ-200. Данный тип воздушного судна является узкофюзеляжным. Он способен вместить до 50 пассажиров. Географию полетов в 2019 году в Нягани расширят не только в сторону Урала. Муниципалитет ведет переговоры с авиакомпаниями о запуске рейсов на Москву, Краснодар и Симферополь. Обсуждаются рейсы, которые, возможно, будет открыть в городе Нягани. Мы надеемся, что все это сбудется, и наш аэропорт будет существовать всегда. Новые рейсы по направлению Тюмень-Нягань, Нягань-Екатеринбург авиаперевозчик планирует осуществлять 2 раза в неделю до середины октября. Но в случае высокого спроса предложения у няганцев будет возможность и в 2020 году добраться до аэропортов Кольцово и Рощино буквально за час-полтора. Евгения Самойлова, Николай Чащин, Вести, Югория, Нягань.